Ну и, кстати, да, вот зацените, что здесь, короче, происходит. Потому что прошел сколько? Один день, получается? Ну, то есть вчера. И как бы вот я предупреждал, что здесь будут столбы. И вот они уже, собственно, здесь и есть. Это вот, кстати, вот если посмотреть, вот этот вот кондей и вот эта вот труба, которая выходит, это вентиляция, которая засасывает мне свежий воздух, короче, в кабинет. И идем распакуем вот этот вот самый пакетик. Я помню, что обещал сделать розыгрыш, ну, именно закончить розыгрыш в начале сентября, но мы это сделаем сегодня, потому что как-то не было времени, и я всю неделю отдыхал и даже не заходил, не читал там комментарии, короче. Но мы сейчас с вами этим займемся, но для начала надо распаковать вот эту вот упаковочку, потому что это, скорее всего, продолжение конкурса, точнее, конкурсов. Да, это оно самое. Еще мы с вами будем разыгрывать вот эту вот звукоуху. И вот эту вот звукоуху. То есть это абсолютно две одинаковых звуковухи. Но это делать мы будем с вами после того, как разыграем вторую Бузуки. И по результатам с первой мы сейчас как раз и порешаем. Сложно подписаться и написать комментарий. Ок. Заморочившись и прочитав все комментарии под видосом, некоторые, конечно, меня очень удивили из разряда «слишком сложно», «условия слишком сложные». Ну, это всегда смешно, когда такие вещи люди пишут, особенно на такого плана розыгрышах. Но мне понравилась история одного человека с ником Leon Arts, и я это имя уже видел, потому что он участвовал в конкурсах, которые я проводил, и даже в коллабе, который мы с подписчиками делали. И это человек, который играет на огромном количестве разных инструментов, насколько я понимаю, и добавить ему в коллекцию Бузуки с учетом его музыкальной такой карьеры, я думаю, будет отличной идеей. Поэтому я тебя поздравляю. Мы с тобой сегодня, вот когда ты смотришь этот видос, если ты его, конечно, смотришь, свяжемся и договоримся, каким образом тебе передать либо правую, либо левую, не знаю, где там для вас как получается, все время забываю на камере расположение, коробочку с Бузуки. Там с деком, не знаю, отправим. Ну и теперь давайте приступим сразу же к условиям розыгрыша правой или левой Бузуки, как продолжение. Потому что, а почему нет? Где-нибудь тоже пару неделек, наверное, недельку поддержим это дело и тоже разыграем. Условия очень простые. Подписаться на мою страницу в Инстаграме, подписаться на страницу Скайбита в Инстаграме и сделать репост вот этой вот записи с этим видосом у себя ВКонтакте. Ссылочку на пост именно ВКонтакте, который надо репостить, я вам оставлю в описании обязательно, чтобы вы не постили сам видос, а именно пост самого розыгрыша Бузуки. Так что всем удачки, я поздравляю Leon Arts с выигрышем Бузуки, и, кстати, звуковухи мы тоже с вами скоро будем разыгрывать. Давайте до завтра.